Последние штрихи и наручные часы из дерева будут готовы. Производство уже точно до мелочей, ведь Александр Фролкин со своим другом занимается этим уже более 2 лет. Из кусочка дерева, из массива, выпиливается вот такое изделие на фрезере. В мастерской это все шлифуется, покрывается лаком, который позволяет дереву не разбухать, он не боится намокания. Поначалу было много трудностей. Дерево крошилось и не выдерживало ежедневной носки. Поэтому методом проб и ошибок Александр нашел нужные материалы и станки, на которых можно делать не только часы, но и необычные бабочки. А бабочки начинают свою жизнь, так сказать. Они из дерева вырезаются на замечательном вот этом станке, получаются вот такие первичные детали, которые тоже склеиваются, покрываются, шлифуются, обрабатываются. При создании модели ребята вдохновляются своими желаниями. Мы столкнулись с проблемой, что не нашли в Красноярске качественных мужских аксессуаров, конкретно для себя. Начали с бабочек, начали с тканевых бабочек, они были в тренде, делали для себя, делали для знакомых. Перешли на деревянный, потому что этот тренд набирал свою силу в то время. Думали, чем же можно удивить, сделать изюминку. И пришла в голову идея добавить оргстекло посередине, и все это дело подсветить. В этой маленькой мастерской происходит завершающий этап работы, требующий ювелирной точности. В бабочки вставляются светящиеся элементы и ремешки. Часы приобретают цвет и фактурность. Обрабатываем. В корпус вставляется держатель механизма. Соответственно, обрабатываем, чтобы он лежал естественно. Вот таким. Шлифовка – один из сложных процессов, потому что требует внимательности и усидчивости. Мы вот так закрываемся от всех наших офисов, которые есть, и работаем. Нас иногда первое время нас не любили, потому что много чего делаем, шумим, и от нас немножко идет запахи лака, морилки. Также мы даем клиенту право выбора выбрать окантовку, точнее цвет окантовки. Бывают разные варилки, мы используем более дорогостоящую. Допустим, есть светлые варианты дерева, есть темные. Несколько эко-аксессуаров уже отправились в столицу к именитым владельцам. И сейчас ребята готовят особенное предложение для Ивана Урганта.